Приветствую, друзья, на связи Артур. В сегодняшнем видео речь пойдет об игрушке под названием SuperMall, а именно продемонстрирую вам вывод средств с этого проекта, как что происходит, вообще сколько здесь мы можем зарабатывать, и, конечно же, расскажу вам о новостях данного проекта, как он развивается, какие активности происходят. Сейчас все по порядочку разберем. Я уже записал подробный, детальный обзор, разобрал всю механику, все нюансы, поэтому сегодня повторяться не буду. Просто оставлю ссылочку на обзор в описании под видео и также в подсказках вверху справа к этому видеоролику. Сможете ознакомиться более подробно. Итак, это у нас свежий проект, который работает буквально там недельки две. Еще мало о нем шума, но я более чем уверен, что о нем скоро начнут говорить. Сейчас идет плавное развитие, и мы с вами находимся на самом старте. А как вы знаете, в подобных инвестиционных проектах, чем раньше зашел, тем быстрее и больше заработал. Здесь у нас все просто, покупаем крота, улучшаем его уровень, он нам добывает токены, которые мы обмениваем на реальные USDT-шки. Вот у нас раздел кошелечек и видим баланс 62.56 SuperMall. Именно так называется их внутриигровая монетка, которую мы сможем в любой момент обменять там на BNB, либо же на USDT. Здесь есть два варианта, это USDT и BNB. Также есть еще сеть Polygon'а. И там, соответственно, криптовалюта Matic. Вы выбираете для себя, что вам удобней, где вам лучше всего взаимодействовать. Там, собственно, и будете зарабатывать в той монете, которая вам интересна. Я нажимаю кнопочку «Обмен». У нас вот все токены, все монетки выбрал. 62.56. На данный момент это $30.34. Комиссия сети, видим, внизу пишется 0.305 BNB. Это копейки на самом деле. Подтверждение обмена. Все четенько. Нас еще попросило ввести пароль, дай бог памяти какой здесь, нужно подумать. Нажимаем подтвердить, подтверждение обмена еще раз. Успешно, вы получили 30.34 USDT. Вот так вот удобно происходит на обмен, мы нажимаем ОК. Далее у нас USDT-шки есть на балансе. Нажимаем кнопочку вывод, здесь нужно ввести адрес нашего кошелька, выбрать монетку USDT 30.35. Пускай будет 34, снова пароль, обязательно его запишите, чтобы вы не вспоминали, как я вот это сижу и думаю, а какой пароль. В документе, в Excel, еще где-то себе обязательно записывайте. Так, пишется успешно, получатель такой-то, комиссия сети такая-то. Так, заходим на BSK скан, прописываем номер кошелька и сейчас будем проверять, есть ли здесь данная транзакция. Раздел токен трансфер, 31 секунда назад, вот, и операция 30 баксов, пожалуйста, получите, распишитесь, называется. Заказывал 30.34, интересно, округлила или списала комиссию. Сейчас проверим на балансе. Да, 34 копейки осталось, то есть ровное число выводится. Соответственно, чтобы вам здесь начать зарабатывать, нужно пополнить баланс в USDT, либо же в BNB. Но если вы будете пополнять USDT, то вам снова-таки обязательно нужно иметь BNB для оплаты всех комиссий. Как видим, при выводе, при дальнейших транзакциях все уплачивается комиссия BNB. Как пополнили баланс, нажали «Обменять» ваши USDT, либо BNB на SuperMall. После чего переходите на главную, и здесь будет кнопочка «Купить крота». Дальше его усилить. Нам предлагают усилить крота на 7 уровней за 350 SuperMall, за 1550, за 11000. Либо же внизу нажимаем «Продолжить» и указываем собственную сумму, сколько у нас этих токенов. Можем здесь любое число прописать и дальше усилить нашего крота. Таким образом мы наращиваем свой депозит и по итогу больше зарабатываем. А сколько же мы здесь зарабатываем, спросите вы? Ответ простой, 25% в месяц на протяжении 100 дней. То есть чуть больше 75% профита мы здесь заработаем, и в конце срока, спустя 100 дней, нам возвращается тело нашего депозита. Вот эта доходность также может увеличиваться 25% в месяц, в зависимости от количества игроков и от того, насколько много раз усиливались их кроты. Здесь есть некие метрики, я об этом всем рассказывал в первом обзоре. Можете посмотреть, ознакомиться. Вверху справа у нас срок жизни нашего депозита. У меня 8 дней уже прошло. Соответственно, заработал $30. То есть в среднем выходит там $3.5 плюс-минус день получаю. Механика абсолютно простая, не требует от вас каких-то особых усилий, умений. Зашли, вложили средства и дальше получаете доход. Также можете приглашать рефералов, получать с них средства. Для этого нужно будет заходить и нажимать на кнопочку «Получить». Снова пароль попросила ввести, вводим, и мы получаем вот эти токены сразу же к себе на баланс.
Оп, и прибавилось. Чем больше у вас партнеров, тем выше рефералка, тем больше зарабатываете. Далее я хотел уделить внимание новостям данного проекта, рассказать, как он развивается. Первое — это то, что вы должны знать, что проект разрабатывает такую же механику на сети Тон. У нас есть BNB Smart Chain, Polygon и будет Тон. Соответственно, для разной аудитории подходит данный проект. Они делают постоянно улучшалки, допиливают проект, проводят различные конкурсы. Вот, допустим, до 22 июня у нас есть возможность прокачивать нашего крота. За это мы получаем за один уровень, получаем один билетик. Чем больше билетов, тем больше шанс на выигрыш. И можем, видим, 500 токенов, это сколько, $250. И другие призы также получить. Условия акции все описано, ничего сложного там нет. Добавили информацию о количестве пользователей, отображение общего количества полученных токенов. То есть больше статистики добавили. Возможность темной темы выбрать. Никнейм, поддержка в Телеграме, объясняют, как работает смарт-контракт, а именно на смарт-контракте, кто не знал, работает данный проект, и правила здесь изменить нельзя, то есть влезть в код, изменить его нельзя, это огромный плюс проекту, условия прописаны, дорожная карта прописана, они могут лишь проводить различные акции вот в Телеграме, что они собственно делают, и таким образом мотивируют игроков на дополнительную активность и больше вовлечения в проект, больше внимания, больше развития. Временные конкурсы бывают только на 24 часа. Я также у себя в Телеграме эту информацию размещаю. Поэтому рекомендую следить за моим ресурсом. Там по всем проектам будет выжимка. Вот, пост с победителями. Поэтому кто проявляет больше активности, тот больше зарабатывает. Это основная информация, которую я сегодня хотел поделиться. Проект свежайший. Поэтому рекомендую вам изучить, ознакомиться. Он реально хорошо, качественно сделан, проработан. Тем более сейчас игрушки в Телеграме на хайпе. Здесь мы находимся со старта. Есть возможность и все шансы хорошо здесь подзаработать. Кстати, когда будете проходить регистрацию, вводите мой промокод и получите 2% скидку на покупку вашего крота и на дальнейшее его улучшение. Таким образом быстрее будете окупаться. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока.